Сотрудники Одинцовской налоговой инспекции рассказали об использовании электронных сервисов и бесконтактных формах взаимодействия. Самый удобный формат на сегодня – личный кабинет налогоплательщика, в котором можно получить информацию об объектах налогообложения и оплатить налоги, не выходя из дома. Для доступа к личному кабинету налогоплательщика необходимо обратиться в любую инспекцию, независимо от места вашего учета. Узнать о применении налоговых ставок и льгот по имущественным налогах, а также о документах, которые необходимы для подтверждения права получения льготы, вы сможете с использованием сервиса справочной информации о ставках и льготах по имущественным налогам. Кроме того, онлайн-запись на прием в инспекцию поможет сэкономить время. Она предусматривает возможность выбрать талон на удобный для посетителя день и час. Также налоговики рассказали о новой услуге. С 1 января 2022 года на Федеральную налоговую службу возложены функции по выпуску квалифицированной электронной подписи. Эта услуга доступна для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов. В удостоверяющем центре налоговой службы эта услуга является бесплатной. Для получения электронной подписи необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и токен-носитель. Сотрудники налоговой инспекции напоминают, срок уплаты имущественных налогов за 2020 год истекает 1 декабря 2021 года. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».